Всем привет! Покажу вам инжирный персик Сатурн. На видео вы видите дерево, которому 3 года. 3 года оно растет у меня. Ну, учитывая, что саженец еще покупал на летний, то этот персик уже, можно сказать, что ему 4 года. Сегодня 22 апреля, он уже у нас цветет. Он уже несколько дней начал цвести. Ну, вот так уже, можно сказать, половина цветков уже открылась на 22 апреля. Я его уже обрезал. Вот. Видите, обрезан. Я обрезаю всегда все ветки по половине. Вот, например, эта ветка была 50 сантиметров. Я половину обрезал, оставил только 25. Персик очень любит, когда его режут. Его надо резать, чтобы он не лез вверх. И... в общем, когда он укороченный, удобнее с таким деревом работать. Он, когда его обрезать, не вымерзает. Молодые все ветки, которые отрастают, они успевают вызревать. И вот я так формирую, чтобы был он, видите, раскидистый. Чтобы ветки раскидывались в сторону. Не вверх лезли, а в сторону. Вот так персик любит. Чтобы его весной, не осенью, а весной его резали и формировать его как бы вот бокалом, как бокал, поняли? Не в высоту, а в ширину. Это любому сорту персику, не только инжирный, любой сорт нравится. Кстати, вот пропустил, видите, ветки, они замерзли, потому что почки не отошли. Ну, немножко про Сатурн. Это очень сладкий инжирный персик с белой мякотью. Кожура такая красная, красно-розовая. Покажу вам плоды летом, когда он начнет созревать. Цветет он хорошо. Видите, много будет плодов. Буду даже нормировать, обрывать лишние, чтобы были покрупнее. На такое небольшое деревцо большую нагрузку давать нельзя. Ну, Сатурн всегда хорошо зимует, как видите. Практически все перезимовало. Вот где-то верхушечка одна. Надо будет, кстати, обрезать. А так он перезимовал прекрасно. Это молоденькое деревцо персика Сатурн. А вот рядом у нас алыча. Тоже смотрите, как цветет. Это с розовыми плодами алыча. Достаточно неплохо цветет. Все дерево. Сейчас отойду, покажу. Видите, все покрыто цветками. Сейчас тепло, хорошо, должна опылиться. Я думаю, что будет урожай неплохой. Алычи. Рядом растет крыжовник еще. Уже начинают цвести. Это у нас вишня, чернокорка. Еще пока не цветет. А вот ранняя черешня тоже уже цветет. Это не самый ранний сорт, но такой один из какой-то даже средний ранний. Уже начало цвести. Кстати, веточки вот внизу, вверху, она еще не цветет. Еще одна рядом черешня. Тоже только начинает цвести. Так что на 22 апреля уже зацвели черешни. Алыча цветет. И персик Сатурн. В общем, ждите лета, подписывайтесь на канал. Летом обязательно покажу, какие плоды. Покажу вес, мякоть будет. Кто интересуется персиками, будет интересно. Также у меня есть много других сортов персиков. Я тоже их вам покажу. Дождитесь лета. Всем пока.